Контент пошел, контент, пацаны. Привет, дружище, и мы продолжаем выживание на западном сервере. В прошлой серии мы зарейдили друзей Альфа-Трайба, на что альфа-чи, конечно же, не очень дружелюбно отреагировали. Если по какой-то причине ты пропустил тот рейд, то вот тебе аннотация сверху на него. Ну и в принципе, ссылку на весь плейлист этого сезона ты найдешь в описании. Так что если ты на канале новенький, то кроме подписки и обязательного нажатия на колокольчик, рекомендую тебе сначала посмотреть все серии, начиная с первой. В общем, Топ-Трайб как-то не очень обрадовался, когда узнал, что их друзей зарейдили, и пришел к нам мстить. Так что завариваю чаечек, устраивайся поудобней, и мы начинаем. Турки, чтоб укрепить. Они сейчас, они на нашей билде стоят. Ни купол не откроют, им надо будет убегать. Вон гига брошены, все брошено. Да я проверю, оценю ситуацию, я ж не... Только Макс, дропать гиганта, сука, седла, проверь. Давай, ставь турку. Подожди, мы сейчас дальше идем. Да, готов. Трава, иди отвлеки их. Лети отвлекай. Пошли, Коль. Я за тобой. Давай, Саша! Иди вперед, иди вперед, вперед иди. Турки ставь. Давай! Санек, стакрифлы! Ох, блядь, нет, вот этот... Вот это Саша профессионал! В кавычках хам... Выставляй дальше. Дробаша, давай, дробаша, дробаша. И хэвик сзади, сзади за хэвик. Еще на один хэвик есть. Даже на два. Можно раскидать. Поставил, вот, слева. Вижу. Ща продвигаться будем под турка. Он с РСы куда-то стреляет. Так, у меня патрики закончились, я иду обратно за патриками. Но перед просмотром хочу порекомендовать вам PvP кластер, состоящий из 4 карт, на котором 30 октября состоится вайп в 18:00 по Москве, и на котором я буду записывать новый сезон. На серверах установлены моды для комфортной игры, а также PvE защита для новых игроков на 3 дня, промокод на 300 рублей в магазине проекта, а также бесплатный набор новичка ежедневно. Ссылка на Angry Arc в описании. Ёбаный ты компот, блять, вареник, сука! Ебать. Так. Так ты говоришь, что они там базу построили? Так. Там клиф прям в потолке стоит с телепортом. И хэви турками. Ты зря это строишь, мы шкоп вот сюда перенесем, наша билда осталась еще. Ближе надо к ним. Короче, по 20 слотов в турки закинул. Коля, пару сетов флака, потому что там как-то простреливает, и газбакса, но если он так турки поставит, это ебать весело. Там просто клиф в потолке стоит. Понял. Ну я бегу на базу. Я бегу ставить. Так они отошли или как? Ну, меки съебали. Ща, Коля, не лети за мной пока. Чел на таксюте. Где у них ТП? Вот, блядь, вон, над наверху, металлом. Ебать. А, понял. Что-то я могу строить? Слева нашу? Так турки стоят, блядь. Уже нихуя не сможем сделать. Это наши. На, ну, нашими клифаками тогда спамить побольше тут. Да, он там, черт бегает. Да вот тут. Пиздатая ТП просто, я рот ебал. Или вот так. Да так он сейчас дрожит. О, вы уже сюда принесли. Спасибо. А? Вы уже сюда принесли, говорю. Сейчас ручки заряжу. А вон они сидят, их там трое сидит. И что, они пострелить пришли, что идиоты? Вон сверху на железяке трое. Да, 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 я вижу их. Глайки, блядь. Вот это все, что мы... Все, что вы увидите, это вообще сделано 4 людьми, там, за 3 недели. Все, встать в купол, не общаться, в чате будет сюда. Часа полтора посидим в купол, пока я не уйду. Нам бы хотя бы щит раздуть там, где у нас тэпы, потому что ты тэпаешь, и тебя сразу в лицо накидывают. Ну да, 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 Макс.
Здравствуйте, здравствуйте, давайте, давайте. Ну, полети, давай. Броню, типа, расхерачили. А, полетел. Мне опять ай, меняться. Что ты ищешь, блядь, старый? Ну, еще один без текста остался. Вон, блядь, в левых три мека лежит. Я, пожалуй, это конфиг еще переделаю. Он в металл-сете, что... теперь там сидит БТП. Теперь в металл-сете? Понимаю. Сейчас я в арк перезайду, конфиги поставлю. Это тут со стандартными херово видно, тут типа туманка это. Что? Во! Идра, смотрите, как все видно-то сразу. Я какая красота! Вот это я понимаю. Мне просто в комнату зашли, я просто за это. Мамки, привет. Твою. Я посмотрю, как эти мрази на выходные будут что-то там базать. Драйте по картошку. Даже блядь, по пацанам попадаю. Давай мы поставим клиф на уровне их клифа. И то ты поебанил. И просто пушкой будем сносить их клиф. Да. Просто 35 слотов ядер. Мы можем. Слышишь, если я сейчас ТП поставлю, если получится, я сейчас сначала клифа возьму. А, вон они где, понял. Если получится, то... Трава, ты можешь с турками подготовить? Стреляют. Все, пацаны перекуривают. Летит к тебе, Дример, летит, отходи. ТП-хайся, ТП-хайся, ТП-хайся. ТП-хайся, 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 на пип. Нормально, турки ставь сразу. О, попал. Турки, турки ставь. Он над нами, турку ставь. Включи. Давай, он улетает. Я тебя закрываю, закрывай, закрывай, турки ставь. Так, посмотрим, что там за второе ТП поставили. А что за сырок? Икс 5. Брат, у вас пиндоский. Надо это, да, блять. А, тут все до стеночки надо, кстати. Блин, а у меня перчатки. А, не, есть перчатки. Ну не везде, но я так уж что-то тыкнул. Че, неприятно, да? Сын шлюхи, пом... Трое насывали просто. Старый, блять, хули ты посередине тэпаешься? У пультика тэпаешься, ты глэк. Че ты опять критишь? Вроде все хорошо. Я просто говорю, что старый глэк, блять. И ты просто паникер. Я пошел флаг, блять. Мы будем сидеть там в хуй. Да как я... Как я в нас баксы-то попадаю? Что за бред? Так, то что, рампу начинаем делать? Ебать. К ним туда? Ну давай! Турель, вообще тоже билды я забыл. Турель? Я не помню. Ну ща, нормально. У меня глюки или они... Они ТП свой убрали? Они свой ТП убрали? Я опять ТП. Серьезно? Да. Я его не вижу. Они, походу, сворачиваются. Вот это, который стоит у них, вот да. Это вот. Да? Сука. Или теперь додумались их пин-кодить. Тихо, положи. Ты додетал, что ли? А, что тебя напихало, да? Напихало. Ты разрядил, разрядил, разрядил. А, нет. А, ты упал, бля. Ебать ты Глэкс-то. Слабый, да. Старый, летать не научился за свои 20. Не, кстати, ты потер не поставил. Да, мастер, здорово, Серёг. Что-то подавит, ты поставил. Пацаны порейдили. Коля, давай вместе летать, ебать ты чё. Да, а, ща, у меня газбокс на мэйне. Тихо, я турель застроил, фундамент, всё. Ты чего, блядь? Блядь. Я тек разряжаю, всё нормально. Батарейки есть? Нет. Блядь, нихуя нет, вы бомжи, реально, трэп бомжей какой-то. И ты в нем играешь. Трэп бомжей, переименуй нахуй. Трэпов бомж. Берем краба и черепах, если там не настроено, и кидаем. Можно стега меня закинуть на стега туда. Ну реально, можете меня туда просто на стега хуйнуть. Ну правда он очень тяжелый. А, я понял, я понял, я понял. Тихо, только не скинь меня, ебать. Там тебе так сейчас наебашит. Я уже вижу, он по мне пытается там стрелять. Не дотянулся. Сука. Дамажишь же ты этот. Он... Да я понял. Причем очень быстро. Кстати, ебать я гений.
Батя гений в натуре. Взорвал. Не, мы, конечно, можем своей нелегитной хуйней опять построить. Слушай, алё, ты со своим легитом, иди нахуй. Вот реально, ты долбоёб конченый, я тебя админку заберу, огненку заберу, нахуй. Своих динозавров опять имеешь. Давно пора. У нас уже из-за тебя и людей нету, кто хочет играть. Знаешь, антиреклама, блин. Вот был Владиска, хотел играть. Потом узнал, что с тобой уже перехотел. Этот, Амазон, кто ж самую? Антиреклама, бля, я говорю. Я пошел за стегой крабом. Ты будешь стегу туда кидать? Я как-то стану на эту хуйню, либо, ну, вы меня подкинете. Кто тебя будет подкинуть, если ты никого не будешь? Его также в роддоме подкинули. Трава. Не надо печали. Блять. Придумать. Фильм он что, это уже турель поставил? Мне кажется, ну я никого не видел. О, Колян, шикарно. Тупо лучший. Тупо лучший. Слышь, я это лучше, я тут нахуй строить. Что, я как парасера бы могу вести? Да, можешь вести, пизда. Может лучше трайка, не? Где трайка, да. Трава парасера видит, да? Там можно трайком попробовать. Сейчас вот эти два хэвика разрежу, вообще легко будет разряжать с рампы. Порейдили, пацаны. Да, согласен. Только фоп поставили, только меками начали там что-то пытаться чистить сразу. Все, свалили. В помойку, в таверну. Обратно, домой к маме. На он, блядь. Седло запланировано в тройке? В моем, да. Ну, у них ноунды, блять, хуйня просто. Не разрядили? Правая стреляет, правая. Блять! Правая стреляет. Передний почему-то не стреляет, правая стреляет сейчас. Уже второй раз придурки приходят, ничего сделать с нами не могут. Сервак завис. Ага. Ему очень плохо. Все, че он гиды дождь, пизда. Вот так вот, ну, ребята, и работает великий МТС Арк, который все так нахваливают. Старт, деда, внеплановый. А что за хуйня? Сирок висит тупо. Блять, вот каждый раз, каждый день вот так вот ты играешь. Сирок висит. Как так можно жить просто? Помогите. Поддефались, блять. Сейчас откатываем. Сейчас откат на полчаса, и мы еще нихуя не сделали. Они знают уже, что мы будем делать. Не, ну это вообще не серьезно. О, что-то, блядь, дропнулся. Дропнуло, блядь. Ебаный свет. Ну что, Серег, ты сегодня поднимешься, нет? На стримах именно падение, это уже, наверное, это третье или четвертое падение именно на стриме сервера. В день он падает раз по пять. Это пиздец, это... И это считается у пиндосов топовый проект. Сервак по несколько раз в день падает, это считается у них топовый проект. На Undead банят за нарушение правил. Там же написано, там есть специальный пунктик в Undead баны. И там прописываются причины всех банов. Вчера там 9 мешеров забанили, которые через текстуры рейдили. Прикиньте, 9 человек забанили за рейды из текстур. А говорят то, что в России пидорасов мало. Сегодня еще, по-моему, 3 или 4 мешеров тоже в помойку откинули. Угу, да, мало в России пидорасов. Угу. Верю. Охотно. Сирок включился. Что за выблядок маминой шлюхи сюда зашел? Это что сейчас за хуйло говорило? Батя не обосрался, я, блядь, с туалета его слышу. У меня просто минус уши нахер. Это трава, долбоёб, блядь? Чё, конченый, слышь, трава? Ты, блядь, там реально в бункер свой залез, сука? Атомная война у тебя началась? А что случилось? Уебан. Ещё раз такое сделаешь, тебя кикну нахуй. А что случилось, дрыбь? Полудурок, блядь. Слышишь? К маме зайди и на ухо начни орать. Она тебе как пизданёт тапка.
Он скажет, ты прием. Как будто это не так. Он в плюс отхиливается хоть? Подожди, почти. Ну там, теперь да. Там хэвик стрит. Там еще хэвик стрит. Блять. Сука, экспериментатор. Ладно, я закончусь, хочу послушать, что вам скажет. Не-не-не, я его хря позже. Опять? Ну, у меня дропнуло. Да, у меня тоже дропнуло. Не, ну вот МТС, он, конечно, пиздец. Вот. Ну, полчаса не прошло, он уже второй раз ложится. Это нормально, нет? Тогда, наверное, не буду вас томить, ждать, когда Сирок опять поднимется. Хер пойми вообще, когда он поднимется, сколько ему нужно будет еще время, чтобы включиться. Но МТС это вообще пипец, это просто какая-то помойка. Ой, наверное, на этом я буду заканчивать стрим. Сколько? Почти 2 часа, час и 40 минут. Был стрим, и из-за этого, наверное, где-то только один час у нас был именно дефа. Ну, что я могу сказать, парни опять обосрались. В первый раз они приходили, типа, стояли очень долго, пытались первый дот сломать. Не сломали, ушли. Сейчас они пришли, начали только чистить спам. Все, мы вылетаем сразу. Ставим тегенщик, ставим турочки, тег турочки, заряжаем. Все вообще шикарно. И пацаны понимают то, что все, они тут надолго встают и решили сразу свалить. Они даже до первого дота не дошли, только там немного спама почистили, фундамент там снизу пару клифов сломали, все. Классно, пацаны рейдят. Напомню то, что это чинчонги заходили, это, ну, считается как альфа-трайб на этом сервере. По сути, они нам, вот они только один раз заходили, и только из-за того, что мы были АФК, они там смогли нам разрядить один дот. Но они его даже до конца не разрядили, они его даже не смогли сломать. Мы сразу просекли, зарядили дот, все, хана. Постояли там 5 часов, пострелялись, поразряжали, все, они ушли. Они поняли то, что они эту битву проигрывают. Сами все видите, за полчаса МТС-арк, ну, уже 2 раза упал. И это только на стриме. Без стрима он, ну, вообще полвремени АФК валяется. На нем не поиграть ни хрена. Что ж, дружище, спасибо тебе большое за просмотр, надеюсь, тебе эта серия понравилась, если это так, то поставь лайк. Если ты новенький на канале, то подпишись на канал, а также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о новых сериях по выживанию в арке. Напоминаю, что весь плейлист этого сезона, где все серии в хронологическом порядке, есть в описании. А если вдруг ты ищешь PvP-сервер, где можно поиграть, но ты не играешь в больших компаниях, а в основном играешь один или с другом, может быть с двумя друзьями, то 6 ноября уже в следующую пятницу состоится открытие Tremen Tribe'ов. В описании есть ссылочка на пост, за репост которого ты получишь дополнительные бонусы. А также самые сильные игроки кластера получат 15 тысяч реальных рублей. Так что дерзай. На этом я с вами прощаюсь, удачи и до скорой встречи. Ожидайте скорого рейда Альфа Трайба.